Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про визволення Дніпра та України від нацистів у 1943 році. З нами науковий співробітник Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Олександр Марінченко. Олександр Марінченко – викладач, науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. Освіта – ДНУ імені Олеся Гончара, за фахом – історик. Сфера інтересів – період Другої світової війни. Автор численних наукових праць. Хобі – рок-музика. Олександр, рада вітати вас у нашій студії. Власне, я пропоную почати нашу розмову все-таки не про 43-й рік, а про 41-й. Тобто рік завоювання Дніпра, тоді Дніпропетровська нацистами. Як відбувався цей процес, які бойові дії відбувалися, коли, власне, місто опинилось під окупацією? Дуже хороший питання. Ситуація з Дніпропетровським стала перед совєтським командуванням, починаючи, собственно, з августа 41-го року, коли переданные в состав Южного фронта 6-я, 12-я советские армии попали в окружение под Уманью, так званый известный Уманский котел. Это было первое стратегическое такое поражение Красной армии именно на территории Украины. Более 100 тысяч пленных, и фактически дорога на Днепр оказалась открытой. И возник вопрос еще и командный, потому что погибло или попало в плен большое количество офицеров, командиров. Командующий по неделе на Музыченко, которые командовали 6-й, 12-й армии, попали в немецкий плен. Сразу скажу немножко про Понеделина. Он войну пережил, он командовал этой окруженной группировкой. В 45-м году по возвращению в Советский Союз был арестован, 5 лет под следствием. В 50-м году его расстреляли. А в связку с чем? На него возложили, собственно говоря, ответственность за поражение этих двух армий. То, что он открыл дорогу на Днепропетровск. Самого в 41-м году. Именно в 41-м году. И после этого, 16 августа 41-го года, Ставка Верховного Главнокомандования, все ее члены подписали печально известный репрессивный приказ номер 270 о запрете сдачи в плен и оставления врагу оружия. То есть, в том числе применение репрессий в отношении семей тех военнослужащих, которые попали в плен. На основании этого приказа, собственно, он был арестован в 45-м году, хотя Музыченко оправдали его подчиненного. Значит, в районе нашего города создается спешная резервная армия Чибисова. Начинается эвакуация промышленности. И первая танковая группа Клейста начинает, все свои силы бросает, собственно, для того, чтобы выйти к Днепропетровску, завладеть им сходу и потом отрезать возможность отойти 9-й и 18-й армии на новые рубежи. То есть фактически еще один котел создать, огромное окружение. И вот на острие этого корпуса наступает легендарный немецкий командир, сын известного военачальника Первой мировой войны Эберхард фон Маккензен, командующий 3-го моторизованного корпуса, очень опытный командир, который оставил очень интересные дневники, мемуары. И получается тут интересный казус. В советской историографии, да и в принципе в современной украинской, если вы откроете книги по истории города, по истории войны, Днепропетровск немцами был взят 25 августа. В час 20 отступила последняя 275-я стрелковая дивизия, взорвали два моста основных, она отступала по наплавному мосту в районе Ломовки. Це правильно розуміємо, РФ Херсонський та Амурський? Так, да, так, да, так. Да, да. І фактично німці на плечах відступаючої дивізії змогли створити так називаємо, вони його називали по-разному, либо Нижньодніпровський, либо Ломовський плацдарм. Этот наплавной мост советские войска уничтожить не успели. По разным причинам, там детективная история, что, как, почему, то ли диверсанты встроились в колонну отступающих советских частей. Эта ситуация очень мутная. И тут сразу говорю два момента. Первый момент. Последовали радикальные шаги со стороны Генштаба и Ставки. Сразу был снят генерал Тюленев, который всем Южным фронтом командовал. Сняли сразу же Чибисова, командира резервной армии. Она теперь была переименована в 6-ю, взамен той, которая сгорела в Уманском котле. Назначили Родиона Яковлевича Малиновского командовать, организовали оборону. То есть, казалось бы, город пал.
Но когда ты открываешь дневники Маккензена, вырисовывается интересная картина. У него раздел называется так: «Тяжелые бои за Днепропетровск». Трохи уточнити, яким він, власне, був? Командуючи 3-м моторизованим корпусом. Угу. Вермахта, іменно його війська, їм була поставлена задача в Генштабі овладіти Днепропетровським сходу. Он датирует падение Днепропетровска не 25 августа 1941 года, а аж 29 сентября. То есть больше, чем месяц. Месяц. И возникает вопрос, как это советские историки проморгали вроде бы столь выигрышный, да, для нарратива о Великой Отечественной войне сюжет. А он объяснял это очень просто. Город-то мы взяли. Да, мы захватили мост, мы создали плацдарм, но мы месяц не могли развить с него никакого наступления. То есть, и это по моим как бы подсчетам других историков, это был единственный плацдарм, с которого немцы самостоятельно не смогли развить наступление. То есть целый месяц они здесь топтались. Сюжет тут довольно-таки интересный. За счет чего их остановили? За счет артиллерийского огня в основном. Здесь была оставлена подпольная группа, которая занималась выяснениями передислокации немецких войск. Как только они начинали переправу, радиографировали полковнику Жуку, который в этой 6-й армии руководил артиллерией, начинался массированный обстрел. Ситуация была разрешена уже в конце сентября, когда после Киевского котла, когда Юго-Западный фронт был полностью окружен, уничтожен, 4 армии советские, 14-я танковая дивизия вермахта фактически из-под Киева вдоль Днепра ударила фактически в тыл и во фланг советским частям, и здесь произошло страшное окружение, сгорело несколько дивизий, в том числе 273-я. Ну, по немецким документам это называется такой локальный Днепропетровский Новомосковский котел. И только после этого, собственно, удалось преодолеть, собственно, оборону советских войск і, ну, продовжить наступлення. Олександр, так чи інакше, про яку б дату ми не говорили, чи 25 серпня, чи 29 вересня, але у цей період Дніпро, Дніпропетровськ опиняється під нацистською окупацією. Власне, як жилось пересічним людям ці 2 роки? Чи сильно змінились радянські порядки? Взагалі, що відбувалось у місті? Ну, сразу хочу зробити оговорку, і ми ці умонастроєння під окупацією знаємо по отчету Теодора Аберлендера, який который работал на Абвер, он в конце октября, ноябре 1941 года ездил с инспекцией по крупным городам Советской Украины, оккупированным, для выяснения умонастроения населения. То есть как вообще население реагирует на приход там, немцев, румын, итальянцев, других оккупационных частей. У нас, до речи, лише немцы были, я про место говорю. На территории области в 1941 году наступали немцы, наступали итальянцы, дивизия Торино и 3-я моторизованная дивизия. Был кавалерийский румынский корпус. Кстати, у нас в экспозиции музея есть румынская каска, как раз оставленная наверняка в 1941 году. Были некоторые венгерские части. А по месту, я имею в виду? По месту... Нет, тут была именно немецкая оккупационная администрация. Да. А боевые части, да, сателлитов Германии проходили через область и через город. Есть, кстати, в коллекции фотография, где командиры разных частей сфотографированы в начале октября 1941 года на фоне главпочтамта. Там интересно, даже был делегат от Испании, которая формально не участвовала, но там блакитная дивизия. Голубая была, дивизия, да. Она, правда, воевала на ленинградском направлении, но здесь был какой-то делегат в соответствующей форме и так далее. То есть, ну, может быть, какой-то такой рабочий визит и так далее. Значит, что зафиксировала Берлендер? Это довольно-таки объективная справка, потому что немцам было важно выяснить реальное отношение к ним. Здесь он сразу фиксирует 2 отличия даже по нашей области. Он был непосредственно в Днепропетровске. Значит, крестьянство реагирует пассивно-лояльно. Он это четко связывает с реакцией на Голодомор. То есть крестьянство не простило советской власти массового голода, смертей, раскулачивания, депортации и так далее. Другая была ситуация с городом. Рабочие, как правило, были более лояльны к советской власти. Пролетариат. Пролетариат, да, и были такие довольно-таки сильные антинемецкие настроения, но, как правило, оно выражалось в таком пассивном поведении. То есть, грубо говоря, надо все-таки развеять советский миф о массовом партизанском подпольном движении, потому что подполье в основном было разгромлено на самых первых порах, а уже партизанское движение создавалось стихийно, и, наверное, более стоит говорить о белорусском партизанском движении, потому что там были соответствующие условия местности, леса и так далее и тому подобное. Вот. На что именно в Днепропетровске первая была негативная реакция населения, это, конечно, расстрел евреев 13-14 октября. Я напомню, что на момент оккупации города, вообще на начало войны в городе проживало где-то 453 тысячи человек, из которых 90 тысяч было евреев.
тому моменту, когда немцы полностью захватили город, естественно, евреи об участи, которая их ждет, они знали, потому что беженцы из других городов Украины, которые проходили через наш город, несли страшную весть о Холокосте, о том, что творилось в Каменец-Подольском, когда туда прибыл каратель, да, который руководил, собственно, карательными силами Юга России, Екельн, который устроил там убийство 23 тысяч человек. И, собственно, для евреев было понятно, что их ждет. Поэтому большая часть из города, как беженцы, они ушли, покинули. Было очень много специалистов с бронью, которые оказались семьями эвакуации, опытные инженеры, рабочие и так далее. Осталась малая часть. Ну, центр Ткума говорил о том, что осталось примерно 18 тысяч евреев, из которых вот первая партия 11 тысяч была... Это с 90 тысяч. Да, да. 11 тысяч было расстреляно 13-14 октября в Ботаническом саду, там, где находится недалеко Национальный университет, да, ниже первого корпуса главного. А другие, других прятали соседи, прятали сами по подвалам, по чердакам. Разные были судьбы, были праведники. Вот, кстати, недавно в Ядвашем появился еще один камень Днепропетровского праведника, который прятал еврейскую семью в подвале. Были, конечно, случаи такой, скажем так, коллаборация, наверное, не военно-политическая, а скорее коллаборация с целью спасти свою шкуру или выслужиться перед оккупантами. Знаете, те люди, которые евреев выдавали. Видавали, указывали. Був інтересний... Можливо, навіть битовий якийсь антисемітизм. Так, в тому числі, звісно, битовий антисемітизм, тому що, звісно, совєтська пропаганда говорила о том, що в 30-ті роки національні конфлікти куди-то ділись, це все уділ царського періоду, звісно, нікуди вони не ділись. Вот. Був такий случай, коли по документам недавно встановили, коли военнослужащий Красной Армии был дезертиром, семья оказалась в эвакуации, он вернулся в Днепропетровск, работал тут на железной дороге, стал проживать там недалеко от вокзала, в квартире, где он жил до войны, там была еврейская семья, которая подделала документы и пытались выдать себя за русских по национальности, он их выдал органам гестапо, они были расстреляны. Вот. То есть, и он получил за это денежное вознаграждение. То есть, вот, вот такие случаи были. Собственно говоря, вот эта вся политика лежит, ответственность на Einsatzkommando 6, вот она, собственно, проводила вот эти карательные акции. Ну, а загалом, як жило місто? Чи працювали, скажімо так, магазини? Чи працювали наукові установи? Якісь заклади, бібліотеки? Я не знаю, можливо, церкви були відкриті? Чи сильно змінилось радянський лад? Чи був лише негатив, чи був якийсь позитив? Ну, оцей комплекс приблизно, якщо ми можемо 2-3 хвилини про це поговорити. Ну, смотрите, дело в том, что, как я уже начал с того, что была та группа населения, которая подлежала безоговорочному уничтожению, это евреи. Были те люди, которые называли немцы недружественные элементы, это там члены партии, советские разные работники и так далее. У них был принцип такой, явился на биржу труда, сдал партбилет, иди работай, куда тебя назначат. Были те люди, которые демонстрировали нелояльность, которых могли там повесить, расстрелять и так далее. Основная масса населения на самом деле жила вполне себе обычным образом. Это мы прекрасно видим на многочисленных фотографиях, которые делали различные немецкие солдаты. Тут, допустим, была расквартирована одна из авиадивизий тяжелых бомбардировочных, Люфтваффе, которые просто ходили по городу, фотографировали жизнь. Работали театры, работали школы, работал мой родной музей. Другой вопрос, что этот миф о полном параличе как бы гражданской жизни, он, естественно, растет, его ноги растут из советского периода, когда были банально закрыты архивы, об этой теме была просто табуирована. Ну, как это можно было нормально жить при немецких оккупантах? Естественно, это не потому, что нацисты были хорошими или там какими-то, и надо было наладить жизнь и эксплуатировать, собственно, Украину на свой лад. Еще одна группа, да, жертв нацизма, которых постигла страшная участь, это, естественно, советские военнопленные. То есть у нас в городе погибло порядка 35 тысяч человек. В основном это была зима 1941-1942 года, когда немцы просто не знали, что с ними делать. Потом, когда в ведомстве Геринга пересмотрели ситуацию с тем, что война не заканчивается, вермахт не демобилизуется, нехватка рабочих рук, территорию надо осваивать, пленных стали либо распускать по колхозам, давали им аусвайсы, да, так называемые пропуска, либо стали вывозить в Германию на, как правило, тяжелые работы, там, рудники, там, шахты и тому подобное. То есть основная масса населения гражданского, которая лояльно относилась к немцам, к власти, пережила оккупацию более-менее нормально. Другой вопрос, естественно, был кризис снабжения, потому что
как мы знаем прекрасно, ожидание крестьянства было какое? Что придут хорошие цивилизованные немцы и распустят колхозы. Пришли хорошие цивилизованные немцы, посмотрели и так подумали, что, конечно, распустить колхозы будет популярностью людей. Да? Мы не сталинисты, да, мы не будем повторять опыта 30-х годов. Но потом посмотрели, что колхозы как механизм – это очень удобное вообще такое дело для изъятия продовольствия. А, как мы знаем, по четырехлетнему плану, который разрабатывал Геринг, Баки, там, генерал Томас, ответственный за экономическую сферу. Все это потом было сведено в так называемую «зеленую папку» Геринга. Мы подумали и поняли, что нет колхоза, надо оставить. Потому что изымать продовольствие в тех масштабах, в которых им надо было, лучше через колхозы. Другой вопрос, что в России сейчас активно муссируется миф, автором которого является российский историк Виктор Кондрашин, глава российских историков крестьянства и голода 30-х годов. Они, значит, посчитали, что во время голода на всей территории Советского Союза погибло там 8,5 миллионов. И в Казахстане, там, и в России, и в Украине, и так далее. А вот якобы под немецкой оккупацией умерло 7 миллионов крестьян. Но никаких ни методики подсчетов, ни документов доказательства этого тезиса просто нет. То есть вот они озвучили цифру. Мы знаем по свидетельствам, которые хранятся в нашем музее, что никакого именно массового голода в селе и в городе не было. Было недоедание, были перебои с продовольствием, но массового голода на кшталт 32-33 не було. Олександре, давайте перейдемо вже до 1943 року. Безпосередньо, що передувало визволенню і області, і міста? Ну, це крах операції «Цитадель», звісно, коли ВКХ і ВКВ, тобто в двох структурах, які руководили вермахтом, поняли, що, по суті, в відкритому полі ми не утримаємося, треба відступати к Дніпру, строїти «Восточний вал», которые начали возводить 11 августа. И я не буду вдаваться в подробности всей битвы за Украину. Собственно, на территории нашей области было нацелено два фронта, юго-западный, степной, Малиновского и Конева. И тут очень любопытный момент, что тот Малиновский, который в 41 году город оборонял, вновь вернулся сюда, и ему противостояла первая танковая армия Маккензена, который этот город в 41 году штурмовал. На острие атаки был 23-й гвардейский танковый корпус генерала Пушкина, известного, да, который похоронен неподалеку от нашего музея. Вот. Ну и памятник, я, и да? И памятник, да, танк Т-34 и так далее. Правда, это более поздняя модификация. И вот любопытно еще другой факт, что Пушкин в 41-м году командовал 8-й танковой дивизией, которая наш город обороняла, и первым ворвался на территорию нашей области, уже командуя корпусом, то есть более серьезная. Значит, завязались тяжелейшие бои, и все бы ничего, если бы не кризис на Запорожском плацдарме, который немцы плотно удерживали. И в связи с этим кризисом командование выводит корпус Пушкина, нацеливает на Запорожье, и тут практически не остается танков. Соответственно, немцы успевают отступить, переправиться, закрепиться, сходу Днепр форсировать не удается. Ну, завязываются бои фактически в 14 пунктах на территории области, создается 5 плацдармов. Наиболее успешные были это Аульский и войсковое Вовныга, это на юге нашей области на стыке с Запорожьем, это, собственно, те сюжеты, которые показаны на диораме битвы за Днепр. План командования состоял в следующем: ударом по сходящимся направлениям, 8-я гвардейская армия Чуйкова легендарного, который воевал в Сталинграде, командуя 62-й армией тогда, кстати, очень опытный командир, и 46-я армия Саульского плацдарма должны были наступать навстречу друг другу и, собственно, замкнуть немцев в котел. Но дело в том, что подвижность частей была очень низкая. Как правило, тут были в основном стрелковые соединения. Но если мы посмотрим войсковое Вовныга, это 203-я, 333-я, 25-я гвардейская стрелковые дивизии. Малоподвижные, артиллерия, как правило, конная тяга, а им противостоят 3 корпуса, практически полностью моторизованные, один из них был танковый. А на этом направлении Красная армия имела только 31-ю отдельную Барвенковскую танковую бригаду, довольно-таки маленькую, потрепанную в боях после, собственно, взятия Барвенкова. Пополнять ее было практически нечем. И любопытно отметить, что треть танков составляли американские танки М3 «Стюарт», поставленные по ленд-лизу, кстати, огнеметные. В общем-то, окружить немцев не удалось. Они смогли в спешке отвести свои войска. А если говорить непосредственно о боях за город, брала город 2 дивизии. До речі, я хотів спитати, от в рамках визволення Дніпра, от форсування, яке місце займає річки Дніпро?
Ми знаємо, що у нас є, зокрема, пам'ятник 152-ї дивізії на житловому масиві «Червоний камінь». Да, вот они в этом районе переправились. На самом деле, первая попытка взять Днепропетровск была назначена на 2 октября. 152-я дивизия стояла вот на левом берегу за островом Зелёный. Це недалеко від Ріжкового порту. Да, да. І там произошла така трагічна історія. 30 сентября 43-го года командування дивізії во главе з генералом-майором Василием Коруной переправили, собственно, на сам остров Зелёный, стали возводить там наблюдательный пункт. А это был очень ясный день, светило солнце, и когда они стали смотреть в бинокли там различные и так далее, их увидели наблюдатели немецкие с берега и открыли шквальный минометный огонь. И осколком одной из мин Коруна был смертельно ранен, и на следующий день он скончался. И некоторые офицеры штаба, и поскольку фактически дивизия была обезглавлена, ее вывели на переформирование, и штурм именно непосредственно самого города перенесли на более поздний срок. То есть 23 октября начался штурм, 152-я дивизия, и совместно с 39-й гвардейской стрелковой дивизией она заняла плацдарм 23 числа, это район южной части современного Приднепровска. Они успешно переправились. Тоже была поставлена задача войскам создать такой мини-котел, чтобы окружить гарнизон города. Но это им не удалось. Немцы поспешно бежали. И фактически сильных боев именно городских не было. То есть если говорить в целом о том, как город пострадал во время войны, это 41-й год в основном. Это немецкие бомбардировки и ответные... Тобто наступ, коли був нацистський. Да, немецкое наступление. И советские ответные артобстрелы, о которых я говорил. А 43-й год – это в основном советские бомбардировщики. Тобто не было такого, что битва за кожен дім, за кожну вулицю? Нет. В основном фактически они из города вышли. И наиболее тяжелые бои в городе были как раз на подступах к Днепродзержинску. Немцы хотели теми частями, которые там находились, ударить во фланг 46-й армии, которая наступала с Саульского плацдарма. Там завязались тяжелые бои со 195-й стрелковой дивизией, но они были успешные для Красной армии, то есть как бы ударить во фланг успешно не удалось. Ну а загалом, чи великі були втрати при визволенні області, міста, при форсуванні Дніпра, зокрема? Ну смотрите, дело в том, что вот... Те документы финальные, отчетные из журналов боевых действий до сих пор находятся в архиве Министерства обороны Российской Федерации под грифом «Секретно». Ну, я думаю... И плюс, какие мы сейчас отношения имеем междудержавные. Да. То есть никакой возможности украинскому историку туда поехать и поработать с первичными документами нет. Значит, на территории области поисковики дают цифру 120 тысяч захороненных красноармейцев. Но судя по интенсивности боев, я пока очень осторожно буду говорить, этот вопрос предстоит исследовать, я подозреваю, что процентов 80 приходится на 43-е, начало 44-го года. Угу. Потому что когда из области стали немцев, грубо говоря, выдавливать, это же не получалось аж до марта 44-го года. Поэтому, собственно, битва за нашу область, это растянулось на колоссальный срок. Да, до речі, я хотів трохи так запитатись вас по датах. Да, от ми говорили про дату взяття міста, да, що, в принципі, там є певне неспівпадіння. Є офіційна дата визволення Дніпра, тоді Дніпропетровська, це 25 жовтня 43-го року. От наскільки воно є адекватною історичному процесу, тому Нет, здесь абсолютно адекватно, это отражено и в советских, и в немецких источниках, тут всегда надо проводить такой перекрестный анализ. Да? Значит, когда, кстати, первый раз праздновали освобождение города, местное население, ну понятно, под эгидой партийных органов, 29 октября был торжественный митинг. Это 44-й рік чи 43-й? Это 43-й, это буквально через 4 дня, когда немецкий гарнизон отсюда отступил. У нас есть фотографии, причем сделанные самими красноармейцами на трофейную немецкую пленку. Митинг очень много, понятно, что кто в нем участвует. Местное население и те люди, которые лечатся в госпиталях. То есть очень много раненых мы видим, и коллег, и без рук, и раненых в голову, перебинтованных. Ну, в общем, такое печальное зрелище. Митинг проходил в центре города рядом с СУМом. Вот. Тогда еще памятника Ленину не было его. Ну и зараз тоже его не зараз, да. Тоже, уже нет, да. Тогда уже его не было еще. Фотографии, кстати, очень интересные. Но я вам скажу так, что
вот такого вот привычного по советским, да, кадрам кинохроники или фотографиям вот веселого народа, который отмечает победу, вот как-то не видно. Ну, в принципе, боевые действия шли. Скорее всего, да, боевые действия. Тут такое ощущение вот в глазах населения, какое-то опасение, как вернувшаяся советская власть будет относиться к тем, кто до речі, а як відбувався от процес денацифікації? Важко? Ну, это, конечно, все-таки это более поздний процесс. Более, я вам так скажу, что такой денацификации в Советском Союзе, как это проводили американцы в своей зоне оккупации, на самом деле никогда не было. Угу. То есть эта денацификация была очень условная, проводилась руками так называемого антифашистского военного комитета, который возглавляли там ряд генералов вермахта, попавших в плен и согласившиеся. Это скорее денацификация была коммунистическая пропаганда среди немецких военнопленных. Угу. Олександр, у нас буквально хвилина лише. Але не можна не спитати, от процес відбудови міста і повернення до мирного життя, він розтягнувся на роки? Чи як? Ну, фактически, ми можемо говорити о повному завершенні реконструкції, хоча б частичному встановленні підприємств і так далі, це десь до 47-го року. Опять же, говорю одразу, пріоритет давався промисловості. Угу. Жилой фонд был сильно поврежден, рабочие фактически до 60-х годов жили преимущественно в землянках. Моя бабушка, приехавшая в Днепропетровск в 50-м году, будучи сотрудницей Госбанка, жила в землянке. Ну, до 64-го дещо, року. Дещо більше пощастило в 53-му році, да, на Яворницького 67 зараз побудований дім, він не стоїть, да, і тоді отримали квартиру. І, до речі, 30 секунд буквально, або навіть 20. Чи вірно, що відбудовувалось місто, в тому числі силами німецької армії? Полонені? Да, звісно. Тут, я вам скажу, навіть більше. Тут працювало около 1300 японських воєнноплених, взятих в маньчжурській операції, перевезених в город. Здесь був небольшой був лагерь, ну фактично центр міста встановлено руками німецьких воєнноплених. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з науковим співробітником Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Олександром Марінченко. На все добре.